признаться, что публикация переписки во время Первой мировой войны далеко не лучшее решение. 30 Ван Гог писал брату. На самом деле все наоборот. Во время войны люди особенно ценят литературу и прочие важные достижения прошлого. После окончания войны Йоханна вернулась в Нидерланды и продолжила продвигать творчество Винсента. Она одолжила подсолнухи художнику Исааку Израильцу, который использовал сюжет картины в качестве фона для своих работ. Также Израильс писал портреты Йоханны, с которой у него когда-то была мимолетная связь. Исаак уже был знаком с Тео, когда тот приехал в Париж. Они нередко виделись. Исаак был довольно известным художником и импрессионистом. Его творчество прекрасно знали в Амстердаме. Они познакомились с Йоханной, между ними возникла симпатия и сложились близкие отношения. Очень близкие. Сохранились дневники Йоханны. В них есть следующие строки. «Была в мастерской Исаака, Израильса, мы играли с огнем». А затем две строчки вырезаны. Любопытная деталь. Благодаря труду Йоханны, картины серии «Подсолнухи» стали самыми узнаваемыми работами Ван Гога. В 1924 году Джим Ид, хранитель Национальной галереи в Лондоне, поставил перед собой цель выкупить одну из этих картин. Но уговорить Йоханну расстаться с любимым произведением было достаточно сложно.